Это Град. Град Ревьюв. И взгляд в прошлое. 2005 год. И Вивисектор. Зверь внутри. Эксперименты. С роботами и зверями. Ко-ко. Будет жарко. Помню, я ее проходил, когда у меня самый первый компьютер еще появился. Ой, ребята, это было классно. Она действительно суперская игра. Мы заглянем в наше детство, в 2005 год. Игра очень громкая, поэтому я прикрутил, ну, просто на максимально низкие. Звуки здесь очень громкие. Ну какие здесь персонали, девчата. Так. Ой. Ну ладно, так уж и быть. Сделаем вот так. Источник сигнала маяка в небольшой деревянной постройке. Координаты на карте. Зеленая мерцающая точка. Курт. Тихо, доберись до избушки. Мы смотрим за тобой. Хорошо. Так. Понял. Сигнал маяка. Зеленая мерцающая точка. Иди сюда. Иди ко мне. Не бойся. Град не обидит. Он лишь только возьмет свое. А кто так умеет, а? А? Кто так умеет? Ой. Сорян. Так, что здесь у нас? Кто хотел рыбки? Кто хотел рыбки на... Ух ты, что это? Это Лайм Квейт. Если вы слушаете мое сообщение, нас, вероятно, уже нет в живых. Ёпки. Я не знаю, что здесь происходит, но это точно не имеет никакого отношения ни к военной операции. Не к тому заданию, для выполнения которого нас... Ты это гоблин! Единственное, что могу сказать... В натуре перевод гоблина. Уходите. Ну, если кто понял. Боже мой, что? Ёп! Бит, уходим! О! Вот они, звери, смотри какие. Оригинальный сюжет, кстати, был. Блин, деваху жалко. Такая сисяста. Она еще приходила. Она бы нам пригодилась еще для траха. Ну елки-палки. Ну что ты будешь делать? Модель. Тлуй. Не умрешь, не сыт. А чё мы? Я уже забыл игру. Мы её что, разве не воскресим, не превратим в киборга? Мы будем мстить. Мы будем мстить за нашу девочку. А где она, кстати? Ну. Так, а чё у нас 58 всего лишь? Что у нас из... Какая классная погода, обожаю такое. Так, 58. Это не порядок. Мне это не нравится. Ну и чё, в итоге? Весь наш этот погиб. Девочка моя. Так, мы будем мстить за тебя. Вся латексная наша малышка. Мы будем мстить. О, это что за чудовище? Ты смотри, он наблюдает за нами как хищник, да? Как из фильма «Хищник». Нам туда. Не, кстати, классная игра была, если чё. Не смотрите на текстурки. Это 2005. И игра очень хорошо даже
работает на системах. На десятке и 11 в Windows. Это своего рода такая сохранка, да? Это что? Что это такое? Какая-то пластинка или что? Так. Чуть-чуть Сириус Сэм напомнил, да? Ну это, по-моему, движок даже. Ой, я думаю, откуда стреляет? По-моему, это движок Сириус Сэма. Но очень прямо вот смахивает. Транслодер, свой личный модуль идентификации. Да если ладно. Ваш транслодер вышел из строя, ты грузишь, с центром авторизации мужик. Для получения дальнейших инструкций. Вы не опозданы повторно. Да ёпта, заткнись. Сейчас я сохраню. Смотри, какой он дикий. Воу, воу. Ты животный побежал. Ничего себе. Ёпта, тихо. Куда идти хоть? Ни хрена себе. Это чё такое было? Блин, аж отсюда? Серьезно? Ну, ребят, ну это не серьезно. Это совсем не серьезно. А куда что дальше идти? Так, давайте еще раз пробежимся. Не, ну там, наверное, где-то спрятаться можно, по любасу. Я как-то в этом уверен. Так, сейчас говно тут будет. Эй, говно, иди сюда! Ушел, пацан ушел. Процам. Фаталичи. Классно. Хорош. Опять этот гаврик будет сейчас трындеть. А за... Если ваш транслодер. Я думал, тут сохранка. Свяжитесь с центром авторизации для получения дальнейших инструкций. А. Вы не опозданы повторно. Вы также не получили подтверждение. А вон объект, кстати. Не приближайтесь! Ожидайте ответа на идентификацию! Ой! Противник будет открыт огонь на поражение! Ёпта, твою налево. Ну что, он умирать не хочет? Поэтому откуда палят? Откуда палят этот тварь? Вот тут он мансил, да? Э, говно! Все? Серьезно? Ладно. Поверю. Так. Так, пацаны. А куда мне? Не, ну не сюда, это понятно. Нам же сюда, на базу, получается. Ну да. Это что такое было, йоу? Так, погоди, а как сюда пройти?
А, что, вот так серьезно? Вот так вот прямо вот по машинке? Хорошо, хорошо. Ну-ка, фаталити. Ну-ка. Классно, классно, классная игрушка. К сожалению, забытая, да. Так они против? А, ну и... Они меня тоже, как говорится, умеют. Во все дыры. Хоры, хоры. Ребят, ребят. Я же люблю животных. Я люблю очень животных. Конечно же, не тех, которые на меня нападают. Какие электрические. Я забыл, как порода это называется. Животных. Подожди, а что, у меня эмки уже все? Ты, у меня эмка закончилась, понял? Ты прикинь? Бро! Опять вылез. О-о-о-о! Отлично, пацаны, живем! Жить можно. Боец. Так. Полная готовность. Так, она в ту дырку. Кто-нибудь помнит? Нам вообще в какую дырку? Нам нужно в ту дырку или нет? Давай прыгаем. Бро, давай, ёлки. Может, нам в машину взялись? Разгоняйся. Да что ж ты, смотри. Не, мне кажется, нам в машину, скорее всего, надо за... Или нет? Поймешь. Не, по-любому, по-любасу надо в дырку. Поскольку как? Сюда забряться. Это интересно. А может и не в дырку. Кто его знает? Ребята, это Vivisector. Классика. Наша любимая классика. Время не щадит никого. Но игры остаются вместе с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Играет Review в Яндекс.Зене. У нас есть помощь автору. Да, Наталья, будем очень признательны. Играйте в Vivisector, если не играли. Очень вам советую. Просто нужно немножечко... разобраться, и вы поймете, в чем здесь смысл. До новых встреч. Welcome back.